Всем привет, дорогие друзья! Транслирует и вещает Хакман. Продолжаем прохождение Quantum Break. Квантовый разлом в переводе. У нас последний, пятый акт. Часть первая, которая называется «Головной офис Monarch Solutions». Поехали! В прошлый раз мы посмотрели с вами развилку. Не очень, конечно, я поверил в искренность героев. Акт 5, я вернусь за тобой. Ну-ну. Этот сисадмин пошел ради девки, короче, там ворошить дела. В результате напоролся на Лиама, а те, в свою очередь, напоролись на Мартина Хэтча, который убил этого админа. Но Лиам молодец, отстоял, Мартина Хэтча завалил, а теперь надел он этот самый мега-костюм. Время поломалось. Рассинхронизировалось. Город погрузился в хаос. Конец времени был близок. И вы верили, что можете все исправить? Решение находилось в башне Монарха. Противовес. Или РХП, как мы его называли. От него зависел протокол Ковчег. Наш план спасения. Но вам до этого не было дела. Мой план был лучше. Так, секундочку. Ну ладно. Секундочку, надо отключить кое-что, а то у меня тут висит все фоном, забыл отключить. Прошу прощения, ребята, всем, кто смотрит. Сейчас буквально там пару секунд. Парочку секунд. Так, все. Ничего себе! Охерительно! Господи! Это не господи, это куча звездочек и непонятных символов. Ёпарасота! А вы откуда взялись? Черт бы вас собрал. Со щитом еще. Ты что бы вас побрал? Черт, а? Где этот со щитом хрен? Так. Блин, откуда вас столько? Черт. А чё, его не придавил, что ли? Неужели, наконец? Так, а у меня есть что еще? Давай-ка возьмем что-нибудь другое. Оба-на, хедшот. Слава богу. Так, что у нас здесь? Легкий пулемет. Черт, опять. Да откуда вы, твари, все время беретесь? Куда ты? Тихо. Все или не все? Блин, вон еще этот хер. Да, тут их до хера, я смотрю. Так, мне надо переждать.
рывком к нему подойти. Да что ты будешь делать? Черт, переоценила свои силы. Очень переоценил. Господи! Так, давай сразу возьмем. Нет, это. Сразу возьмем винтовку. Нихера себе. Блин! Тихо-тихо-тихо-тихо. Где вы там? Да что ты будешь? Где? Точно. Взрыв. Он же упорный, сволочь. Не говори. Так. Черт, это я зря одел, да? Да подыхай ты, твареныш. Он чтоб сзади они не оказались. Да что ты будешь делать? Так, надо оружие подобрать с них. Фак. Давай сразу возьмем вот это. Где? Черт, а чё я опять с пестиком-то? Со щитом. Наконец-то. Где они прячут противовес? В два счета найду. Всего-то самое здоровое здание во всем Риверпорте. Так. Что у них тут есть еще? Карабин, херабин. Это я в любой момент могу взять. Рюкзаков нет с патронами. Так, идем. Да хватай ты. Слышу, открывай дверь. Это ты? Да. Я даже не ожидала, что сработает. Слушай, РХП, его так просто не возьмешь. Но в кабинете с Ариной есть доступ. Один мой друг разблокировал камеру РХП, но все остальное перекрыто. Попробую с этим помочь. Как-то так. Хм. О. Я в тебя верю. С Ариной в здании нет. Так что надеюсь, вы не встретитесь. Я тоже надеюсь. Сортир. Чистый пол. Вон, нам не туда. О, тут чё? Добро пожаловать в международный офис Monarch Solutions. Это здание известно всему миру как архитектурный шедевр и самый узнаваемый объект на Риверпортском горизонте.
Благодаря высочайшему уровню аппаратного обеспечения и системе нейтрализации вредных отходов, тысячи наших сотрудников работают в атмосфере невероятного комфорта, безопасности и чистоты. Монарх Салют. У меня для тебя задача. Мы думаем только о будущем. То есть я не знаю, стоит ли. Ты даже работаешь на меня. Да, 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 конечно. Как скажете, мистер Хитч. И что он ему поручил, интересно? А это что такое? А, люди зависли. Смотри. Точно. Кабинет Пола. Что здесь происходит? Я ждал организованного отхода. Эй, а чё я по этим? Угроза фасовиков. Никто ничего не понимает. Все ждут конца. Сейчас Икс наступает. Что-то мне вообще не хочется выходить. Да не выходи. Так, как мне пролезть в кабинет Пола? Лифт, конечно же. Бедняги, куда им понять, что происходит? Жутко, наверное. Противовес был все ближе. Все это время у Пола было средство закрыть разлом. Он просто не понимал этого. Нечего было понимать. Он верил, что от разлома нет спасения. Поэтому он использовал противовес, РХП, для создания ковчега. Что происходит? Что вообще про... Ух ты! Нихера себе! Что это за хрень? Черт! Походу мне с ней предстоит выяснять отношения. Так. Их убило нечто, живущее вне времени. Потому и была создана наша программа вооружения. Сайрин знал, что нас ждет. Программа не сработала. Фиона, откроешь мне дверь? Открывай. Сейчас мы... Извини, я в этом не особо шарю. Есть тут один, который шарит, но на него полагаться? Все, забей, получилось. Осторожно. Сейчас, походу... Будет жарко. Так. Чё, стоит их убивать-то или нет? Или подождать? Что ж сразу граната-то? А, чёрт. Я понял. Давай, иди сюда. Так. Где? А, вон он. Ух ты, я что-то взорвал там, походу, да? Так, стоп, стоп, стоп. Ага. Двое аж. Неплохо. И это все?
Блин, а их двое. Надо их как-то по одному. С двумя я с ним не справлюсь. Иди сюда. Ух ты. Так, спокуха, спокуха. Черт, а у них, по-моему, блин. Придется мне брать оружие. А! Фак! Бегом, бегом от него. Перегруппироваться надо. Ого. Да что ты будешь делать? Я же нажимал. Черт. Да. Не вышло. Ничего. Так. Пока у нас оружие есть, пошли. Давай так побыстрее открывай. Фиона, откроешь мне дверь? Наверное. Извини, я в этом не особо шарю. Есть тут один, который шарит, но на него полагаться. Все, забей, получилось. Осторожнее, тебя там ждут. Меня ждут. Понятное дело, что меня ждут. Что меня ждет? Охренеть. Вон они. Сдохнет уже. Там вон еще один стоит. Есть. Эти готовы. Так. Не, ну с двумя, конечно, тяжеловато будет. И это все? Так, он красный, да? Так. Давай еще раз. Ага. Ух ты! Блин, ну конечно я под ствол и вылез. Сам виноват. Черт, опять. Давай, 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 давай. Чем какая-то сраная Фиона. Винтовка армейская, она херовая. Наверное. Извини, я в этом не особо шарил. Есть тут один, который шарит, но на него полагаться. Все, забей, получилось. Осторожнее, тебя там ждут. Так, стоп. Их убило нечто, живущее вне времени. Потому и была. Стоп. Спокуха, спокуха. Да иди ж ты отсюда, домой гулять.
наконец-то. Так. О, у меня пулемет есть, кстати. Пулемет — это хорошо. И это все? Да нет, не все. Да иди сюда. Не, сразу двоих не получится. Ух ты. Фак. Блин, надо прятаться срочно. Срочно прятаться. Так. Так, 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 так. Фак, быстрей. Давай, живи, живи, друг. Такс. Живи, друг. Блин, как же к вам подобраться-то получше? Блин, да вы двое постоянно сидите. Тусите. Да бегом! Тихо, 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 тихо. Так, переждали, да? Что у нас есть вообще? Фак. Так. Красный, да? Так, 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 так. Как выпусковую установку? Блин. Нет, долго мне на одном месте нельзя торчать. Убьют. Да чтоб вас, а? Так. Убили, нет? Давай, 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 давай. Так. Ну попал, попал, попал. Такс. Перезаряжаемся на. Такс. О, стоп! А тут лежит этот. Бегом! Дробаш лежит. Как я его раньше не заметил. С дробашом-то лучше. Фак. Тихо, 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 тихо. Блин, ты дохнешь или как? Ага, он у тебя уже дымится. Отлично, сейчас мы тебя еще раз сводим. Да... Ёпарасоте. Тварины конченые. Давай быстрее открывай. Так всё-таки у тебя какой во всем этом интерес? Сама уже. Пора бежать. Куда они кидали-то? Ты сволочь такая драная.
Да на тебе! Так. Так. И это все? Давай с одним сначала разберемся. Давай. Блин, как же он... Так, ты дымишься уже? Дымишься. Бегом, бегом! Черт бы вас побрал. Да ёпрсте. Неужели? Да твою мать, опять, да что ж такое-то? Сраный уродец. Ладно, держись. Ты чё, по мне что ли хотел всадить, да? Уродец ты драный. Так, где-то здесь должна быть винтовка. Да понял, я понял. И это все? Че, ты меня видишь, что ли? Фак! Бегом от него! Так, попал. Попал. Хорошо попал. Да давай-то быстрей. Нет, надо вон того завалить, одного. С одним справиться проще, чем с двумя. Ух ты! А! Есть. Неужели? Все, он один остался, надеюсь. Да, он один остался. Остался один, говнюк. Заряжайся. Давай, стреляй. Ах ты, фак! Черт бы тебя побрал! Черт, а у меня и патронов нет. Быстрей!
Быстрей, быстрей, быстрей. Где ты есть? Все, что ли? Надо достать противовес. Отлично. Развалил вас, тварей. Так, легкий пулемет взял. Армейский пистолет-пулемет. Так. Мониторим, куда идти? Сюда. Пошли. Блин, каких-то два туполоида. А никак с ними не справиться. Ну, вернее, не то, что никак, тяжеловато. Фиона, я пытаюсь добраться до галереи. Галерея. Ты сейчас в отделе маркетинга, так что... Ясно, я поняла. Эй, Джек, осторожнее там. В здании происходит что-то непонятное. Монарх умирал. Да в курсе я. Империя Пола рушилась у меня на глазах. Я ничего подобного не видел. А вот Пол видел. Он так готовился к этому все эти годы. Как смотреть? Получилось у него не очень. Не похоже, чтобы они эту тварь хотя бы поцарапали. А, все, я взял, да? Кровь. Сейчас я чую, я натолкнусь еще на какую-то херню. Ну тварь, а кто эта тварь? Это... Твою мать! Да-да-да, а это не этот случай. Не Лем, который. Не он это вот творит-то. Ну давай посмотрим, что тут у нас есть. Насчет моего сценария нового ролика. Так, это не то. А, вот тут что-то. Что это? Это все? Весь сценарий, весь ролик? Так, а это что за винтовка? Что у нас по... Так, мы не можем брать пока оружие. У них тут машина времени? А? Черт. Вот куда они притащили ядро из универа. Пресс-папье монарха записка. Машина Пола. Похоже, она на последнем этаже. Серверная какая-то. Да, тут куча шкафов всяких. Япона мать. Вот кто-то резвился тут на славу. Я смотрю. Прям конкретно резвился. Вон он. Кто это? А это не Мартин Хэтч случай? Хотя не, вряд ли. Ну все. Что за хрень? Херня. Это был Хэтч? Поезд. Внимание всему персоналу. Держитесь подальше от нижних этажей. Они могут быть опасны. Повторяю, не заходите на нижние этажи. Как скажешь. Похоже, в здание врезался поезд. Фиона, снова нужна помощь с дверью. Ты у кабинета Сарина, хорошо. А, погоди секунду, с этим все не так просто. У Сайрина доступ в камеру РХП, и там будет очень опасный охранник. Угу. Ха! Есть. Теперь будь, пожалуйста, осторожен. Очень опасный охранник. Я даже знаю, кто это. Пол уже исчез.
но он оставил то, что мне было нужно. Так. Компьютер. Мышка, мышка. Где мышка? Это все такие хакеры. Меня достали твои игры. Я хочу забрать то, что ты украл. Да, конечно, РХП. Если бы ты знал, что от него зависит, то давно прекратил бы, но тебе плевать. Точно. Плевать. И остановить меня некому. Да. Да нет, да, есть кто. Все будет так, как должно быть. Скоро увидимся, Джек. Подлюга. Что это с ним происходит? Плющит его? Он в бассейн идет. И в эту временную херню сейчас тоже зайдет. Мне надоело плясать под твою дудку, псих ненормальный. Очень опасный охранник. Зависание уже чуть ли не каждую минуту. Противовес был главным сокровищем Пола. Так, фундаментом его империи. Краеугольным камнем его плана. Конечно, мне не терпелось его забрать. У Сайрина остался всего один лечебный прибор. Его время было на исходе. И у остальных тоже. Ядро машины времени, окей. А это чё? Долгое время Пол управлял монархом тайно. Подозреваю, это лишь усугубило его отрыв от реальности. Какая кровать классная, блин. Прикиньте, вот спальня такая. Я тоже такую хочу. Так, чё тут у нас? Отдел исследования квантовых волн. Пол увидел грядущее и не выдержал. Он отказался поверить, что все еще можно исправить. И отталкивал всех, кто мог его переубедить. Хором не кислый, блин. Я бы тоже таких пожил бы. Пол был сильным лидером. А, это и одновременно устанавливали. Обреченным. Ему недолго оставалось. Личные записи Софии. Так, Лем. Всего один? Серьезно? Слушай, ты же понимаешь, что РХП тебе не защитить. Не в том-то состоянии. Понятно. Сам просился. Конечно, звонит это чёртова фигня. Да на тебя. Чё? Всё? Или не всё? Вставай. Иди нахрен. Знаешь, сколько всего от меня зависит. Ты не пройдешь. И чё с ним? Ну ствол-то убери, а то он выстрелит еще. Так, я не понял, а там сзади еще что-то было. Я увидел это лицо и все понял. Их всех обманули. Заставили поверить, что они Ковчег делают все правильно. Ковчег существовал благодаря противовесу. Поступают как должно. Пол знал, что Уилл попытается Лиам Бёрк его забрать, потому выбор. И убил его. Лиам Бёрк погиб напрасно. А еще он знал, напрасно. Что я тоже попытаюсь.
Он не и не только он. Да-да-да. Обманули пацана. Все запасы хрононов из эпицентра собрали здесь для поддержки ковчега. Этого должно было хватить, пока не найдется настоящее решение. Фиона, я перед камерой РХП. Дверь заперта. Моего уровня допуска не хватит. Но раз мой друг уже отключил систему безопасности, проблем не будет. Слушай, я не в курсе, какой там план. Но дальше все зависит от тебя. Как скажешь. Удачи. Так, тут где-то запас хрононов, правильно? Я словно вошел в святилище. В камере кто-то дрался и стоял перед подробностей я не знал, но один Чарли из участников Уинкотт. Лежал там мертвый. Это был Чарли Уинкотт. Я так понимаю, он решил не сдаваться без боя. Увы, это плохо для него кончилось. Кто это Чарли Уинкотт? Интересно. А, это же этот. Самурай-программист, да-да-да. Да, блин, я их не помню, этих героев. Я вот с этого негра запомнил, Мартина Хэтча, который. Так, тут что ли запас хрононов? Как бы мне их достать? Сейчас я чую, я сейчас возьму. И будет жопа. На создание противовеса ушло 11 лет. Ради него погибла Бет. И я знал, что он может устранить разлом. Ах, это хреновина. Проблема была в том, что я понятия не имел, как им пользоваться. А единственный, кто знал, умер. Но у меня был способ добраться до него еще живого. Университетская машина времени. Они привезли ее ядро сюда. Монарх построил свою машину времени над камерой РХП. Туда-то и лежал мой путь. Вы еще верили, что можете спасти брата? Да. Туда. Что тут на полу лежит? А, карточка. Самурая-программиста. Так а где запас хрононов-то? Нельзя никак ее открыть. Так, дневники улучшения. У меня только одно очко, больше ничего нет. Так, ну и куда? Пол забрал ядро из университетской машины и вставил его в свою. Все его патологическое стремление к власти. Но благодаря этому у меня оставался шанс все исправить. Запустите. Я мог вернуться назад. Машину времени. Спасти Уилла, прежде чем Пол его убьет. Если у нас будет противовес, будущее еще можно изменить. Так, на эту херню сейчас напарюсь тут. Так, а чем мне нету? Вот так. Запасаемся пушечками. Так, ну это понятно. Вот тут сейчас будет батл, походу. А как бы мне хрононов-то взять? Никак пока что, да? Ядро установлено, машина заработала. Нужно было подготовить коридор. Подготовить коридор. Вот, дробаш. Блин, 5 патронов всего в дробовике. Так, патроны теперь у нас есть. Блин, жаль, что дробаш всего на 10 патронов. Тут оружие разбросано, сейчас, значит, что-то будет. Мандец какой-нибудь. Мне что-то там надо нажать, запустить машину времени. Ну-ну.
Так, а отсюда запускается. Так, ну вот и все. Устанавливается коридор. Запуск первой фазы. Всем сотрудникам подготовить. Ух ты! Подыхай ты, сволочь. Так. Чё, никак сдохнуть не можешь, да? Сейчас помогу. Чё-то вас так до хера. Где снайпер? Черт, я не был к этому готов, к такому развитию событий. Так, ладно, запускаем. Ты что ты будешь делать? Ну конечно. Ты ёб вашу мать! Да ты сдохни, тварь! Где еще снайпер? Черт! Снайперы сдолбали. Не. Первая база. Заходите с фланга! Давай. Так. Спокойно, спокойно. Сохраняю спокойствие. Ну, конечно. Да что ты будешь делать? Где вы там? Иди сюда. Ну иди, иди, иди. Да. Один. Где второй? Спасибо за подгон. Так. Черт бы вас побрал. Снайпер. Ну давай еще. Давай, 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 по одному подходите. Вторая база активации коридора. Наконец-то. Ух ты. Ловись!
ты, блин. Да, мне тут надо шустрее бегать. Надо бегать шустрее. Так, еще раз. Потому что постоянно по этим похоронно-способностям забываю. Значит, заморозка, мышь 3. Хроновзрыв удерживать. Заморозка и хроновзрыв удерживать. Хроноуворот, shift. Рывок удерживать. Хронощит, control. Control, хронощит. Окей. Конечно. Так. Блин, эти пришли. Ты охренел? Ты смотри какой, а? Ты не туда перелетел, приятель. Давай, иди сюда. О, еще один. А я чую, блин, что там происходит? Давай. Хедшот. Так, спокойно. Давай-ка мы сейчас тебя. Ладно. Все в норме, поехали. Куда ехать-то ты собрался? Поехали, он собрался там куда-то ехать. Так. Где там этот херо-снайпер? Так. Там эти гранат кидает. Какой хер? Иди сюда. Иди, иди сюда. Или ты гранатки можешь кидать. Так, отлично. Еще есть кто? Там снайперы должны быть. Ну ты иди сюда, ты чё ты там стоишь? Так ж неинтересно. Игра не унимается. Черт. Зря вылез. Но они, наверное, меня так и выводили. Надо по стеночкам шариться. Так. Ну, конечно.
Ну. Давай сейчас этих троих придурков убьем. Кабанчики. Ух ты. Фига себе, ты хоть сам понял, куда ты прилетел-то? Да, еще один минус два. Сейчас сюда. Где? А где тяжело бронированный-то? Ты сволочь такая. Это боец с грудовиком. Иду к нему. База активации коридора. Быстрее. Мы потеряли бойца. Да вы чё? Вы потеряли бойца. Охереть. Все в норме, поехали. Где ты там, снайпер хер? Бегом. Черт. Да что ты будешь делать? Никуда от них не скрыться. Одного снайпера завалю. Да, хоть один снайпер ушел. Где эти двое? Или трое? Вот здесь. Вот он. Опа, на своей херне подорвался. Ну иди сюда. Спасибо за пушку. Где еще один? Так. Так, извиняюсь, ребятки, был звонок. Продолжаем. Да ты чё? Подавляющий огонь. Н.
На тебе. Наконец-то. Так, отлично. Значит, это работает. Так, а мне надо будет сдать пушку взять. Где там ваш херопушки? Так. Ладно. Все в норме, поехали. Да куда ты ехать собрался? Не, ну а кстати точно. Только вот он не подыхает ни хрена. Ты, блин, сколько его будет долбить там? Да что ты будешь делать? То никого, никого по одному, а то, блин, все скопом нападают. Блин, тяжко. Ладно. Давай сейчас этого говносна-снайпера завалим быстренько. Все, хотя бы. Кто попался? Да что ты будешь делать? Сучоныш. Так, спокойно. Где ты этот хер? Иди сюда. Не спасет тебя. Где вы там? Сейчас бегут все. Так, минус два. Давай. Где этот хер идет? Наконец-то. Чёрт, там снайпер. Все в норме, поехали. Блин, они щиты делают, твари. Так не работает. Да дохни ты, тварь.
тут где-то, да? Иди сюда. Давай. Ну, сразу сейчас прям сношу ему башку. Сразу не получилось. Где этот хер? Все в норме, поехали. Где еще? Что ты мне сделаешь? Да и что ты будешь делать? Так, отдыхаем. Перезаряжаемся. Где этот хер, который ходит? Неужели один минус один? Надо сбоку. Чё, всё, минус? Так, где ещё? Снайпер там, он сидит. Минус. Отлично. Все что ли или нет? Твари, сколько я с вами тут намучился. Нет, еще вон снайпер сидит. Ах ты сволочь такая. Черт бы вас побрал, а? Как они метко стреляют, я смотрю. Ну держись, сучоныш. Все что ли? Пожалуйста, неторопливая автоматическая мисс. Так, секундочку. Машина была готова. Оставалось ввести дату.
меня. Прошу прощения, я здесь. Так, что у нас по оружию? Ну, в принципе, норм. В принципе, норм. Может, вот на это поменять? Только 6 патронов. Сейчас еще тут доберем. Вот так. Погнали. Че, я могу заходить? Или нет? Нет, пока еще не могу. Вернись в прошлое к моменту эксперимента в университете. Я вернулся в день, когда ядро впервые активировали в универе. Раньше было нельзя. Времени спасти брата у вас было мало. Выбора не оставалось. Надеюсь, тебя не перехвали. Итак. Акт 5, часть 1 на этом закончена. Не забываем подписываться на канал. Ставим лайки. И до будущих стримов. А на сегодня прохождение Quantum Break закончено. Всем пока.